осталось 9 месяцев. А вы помните тот момент, когда влюбились в велоспорт? Каждый мальчик и девчонка, тем более, что мы все выросли в Советском Союзе, мечтали ездить на велосипедах. Поэтому, как и многие мои друзья детства, все мы стремились ездить на велосипедах. Это было счастье. Поэтому, конечно, с самого детства каждый мальчишка стремился или играть в футбол, или ездить на велосипеде. Какой результат для Катюши будет удовлетворительным в следующем сезоне для вас лично? Выигрывать как можно больше. Привлекать к себе больше внимания. И спонсоров не только, ну, говоря, из других стран, но и спонсоров из России, потому что у нас великая страна, большие возможности. Поэтому чем больше побед, тем больше привлекается внимание, тем больше желания помогать этой команде. Поэтому надеемся на лучшее. Вопрос такой появился. Сейчас буквально Тинькофф за.